15 октября в домах астраханцев должны включить отопление. До этого события еще 2 недели, и мы решили узнать у горожан, чем они согреваются и тепло ли у них дома. У нас частное отопление. А, понятно. Вы от этого не страдаете? Нет. Нет, ничем, думаю, холодно. Холодно? Да. Очень. В какой одежде ходите тогда? Ну как, одеваю свитер, брюки и хожу. Даже холоднее, чем на улице? Ну, конечно, а сейчас же стены отдают. Тепло-то отдали, теперь холод нам возвращают. Тепло, у нас котел. А, понятно, да. У вас проблемы. Немножечко протопили, тепло. У нас автономное отопление, газовый котел. Мне тепло, у меня частный дом. Нормально, тепло. У вас котел газовый? Свое отопление? Нет. А, то есть у вас проблем нету? Нету. Нет, пока ничем не согреваемся, холодно. Отопление? Я в частном доме живу. А скажите, пожалуйста, вы чем дома согреваетесь? Отоплением. Ничем не согреваемся, как обычно, во всех квартирах. Угу. Отопление центральное, нету тепла. Да, очень. В смысле, тепло или очень согреваетесь? Ну, дома тепло. Скажите, пожалуйста, у вас дома тепло? Чем согреваетесь? Вот так, ребят, меня снимать не надо, пожалуйста. А вы какой-то депутат? Не-не, спасибо. У меня подогревается печка, ну такая современная, с газом подогревается. А вот Светлана Васильевна недавно сняла квартиру, вот там отопление, но несколько дней не было вообще никакой горячей воды. Вчера что-то начали подавать горячую воду. Отопления пока нет. Ну, отопление с 15 числа. Никак. Потеплеть. Ну, это, конечно, само собой. Это сейчас еще не холодно, а вот когда будет холода, думать, замерзают бабушки, замерзают в своих квартирах. Я, например, у нас газовое отопление со счетчиком, так приходится надо всего лишь 2 часа топить, а когда холода, это не нагревает. Приходится долго газа пользоваться. Это, во-первых, дорого, очень дорого для нас, для пенсионеров. Вот такие дела. Ну, АГВ. А, то есть у вас проблем нет с отоплением? Да. Все? Ох, ничего не говорить. А скажите, пожалуйста, у вас дома тепло? Чем согреваетесь? Тепло, тепло. Проблем нету. А у вас? И у нас. Это хорошо.